Новая строчка в платежках за услуги ЖКХ появится у жителей Свердловской области. С августа жителям 7 регионов страны предложат застраховать свое жилье от чрезвычайных ситуаций и оплачивать эту услугу как коммунальную. В случае разрушения квартиры нововведение позволит покрыть ущерб от 300 до 500 тысяч рублей, помимо положенных от государства социальных выплат. Тарифы на страхование жилья определит Банк России. Цена полиса пока неизвестна. По разным данным, она варьируется от 1000 рублей в год до 150 рублей в месяц. Закон о добровольном страховании жилья от ЧС внесли в Госдуму еще 4 года назад, а в 2018 его приняли. Уже со следующего месяца программа страхования жилой недвижимости стартует в Свердловской, Тюменской, Тверской, Новосибирской и Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге и Подмосковье. Страхование жилья будет добровольным.